Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с авиамодельным двигателем RITM. Это одноцилиндровый двухтактный компрессионный модельный двигатель, сконструирован киевским моделистом, многократным чемпионом СССР Борисом Краснорудским. Его производство было начато с 1962 года на киевском заводе ДОСАВ. Основой конструкции мотора послужил удачный английский двигатель Oliver Tiger MK3. RITM имел такие же диаметр и ход поршня, фазы распределения, а также очень похожее крепление и устройство цилиндра. Мотор был предназначен для скоростных кордовых моделей, но стал на долгие годы одним из основных компрессионных двигателей в СССР. Картер двигателя отлит из алюминиевого сплава марки AL2 и имеет 4 перепускных канала, полученных механической обработкой. Коленчатый вал изготовлен из легированной высококачественной стали марки 12HN3A, цементирован и термообработан. Гильза цилиндра изготовлена из стали марки ШХ-15, закаленная, имеет 4 всасывающих канала и 4 выхлопных окна. Поршень чугунный, подогнан по гильзе с малым зазором для получения хорошей компрессии. Шатун выполнен из материала марки D16T, имеет 2 канала для смазки. Палец поршня стальной, имеет высокую частоту обработки. Плоский золотник из стали марки U8 служит для распределения рабочей смеси во время работы двигателя. Рубашка цилиндра из алюминиевого сплава D16, механически обработана, имеет 4 отверстия для крепления к картеру и 1 резьбовое отверстие для винта контрапоршня. Контрапоршень чугунный служит для изменения степени сжатия двигателя. Карбюратор состоит из диффузора, отлитого вместе с задней крышкой картера, и жиклера с регулировочной иглой. Двигатели ранних выпусков комплектовались коком-гайкой для крепления пропеллера. Четырехтактные двигатели RITM выпуска до 1970 года имели хорошее качество изготовления, что позволяло выполнить норматив кандидата в мастера спорта в классе кордовой гонки при соответствующей доработке двигателя с целью его форсирования. После 1970 года качество изготовления двигателя RITM начало падать. Тем не менее, такой мотор хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации и ремонте и остался массовым двигателем для моделей в кружках до появления двигателя КМД. В процессе производства двигатель RITM модернизировался, но, к сожалению, не с целью повышения мощности мотора, а для упрощения технологии производства. Вслед за четырехоконным производились моторы с 3 перепускными каналами и выхлопными окнами. В начале 80-х годов появился двигатель RITM-M, так называемый трехболтовый вариант, отличающийся от оригинала тем, что рубашка цилиндра крепилась к картеру 3 винтами, задняя крышка картера также крепилась на 3 винта, а карбюратор имел съемный пластмассовый диффузор. Мотор имел немного меньше вес, чем RITM. Эти двигатели не получили массового распространения в силу низких технических характеристик в сравнении с новым мотором КМД, который уже широко применялся к моменту появления RITM-M. Рекомендованное производителем рабочее топливо двигателя RITM – это керосин, тракторный 3 части, масло касторовое 3 части и эфир, этиловый 4 части. На этом все, дорогие друзья. До свидания, до новых встреч!